Итак, на волне Антюра программа «Козлы все и козлы мы». Это традиционная рубрика в нашей передаче. Сегодня ее ведут, как обычно, ведущие гломоведы. И гостей у нас сегодня не будет, так как обычно они кочумают у нас в студии. А это не лучшее место для того, чтобы кочумать. Но, однако, сегодня не ведут ее те, кто ведут ее всегда. А именно я и он, Антон Дресслер. Он сейчас здесь, он с вами поздоровается. Добрый вечер, дорогие мне слушатели. Как всегда, ну это он уже все сказал. В общем, со мной ведет программу он, а его имя Юрий Бреннер. Сейчас он с вами опять поздоровается. Итак, здравствуйте, дорогие товарищи. Я с вами здороваюсь второй раз. И на этот раз я вам хочу сообщить уже нечто новое. Я не хочу вам сообщить уже второй раз, что ведет со мной ее, опять же, Антон Дресслер, все тот же незабвенный. Но я хочу сообщить вам также о том, что сейчас прозвучит на нашей волне будет прозвучать небольшая короткая информация, политическая информация, причем особого толка. Значит так, в Советском Союзе, в центре Москвы, под Лисицким бором происходят страшные вещи. В Центральной музыкальной школе имени Ильича совершен государственный переворот. Оппозиционные власти говорят, что запрещено проводить оркестр в Большом зале, так как это аморально. Но Бельченко вместе со своей женой Колосс проводит политику, перестроечную политику вместе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который специально вылетел из Кремля в ЦМШ, чтобы продолжить переговоры с оппозиционным правительством. Правительство ЦМШ оппозиционное хочет отделиться от правительства Советского Союза, в частности, и хочет создать свою республику ЦМШовию. Это будет независимая суверенитетная республика, где национальную принадлежность будут выбирать сами ученики. Но это всего лишь политические интрижки, и это не самое важное в нашей программе. Да, полезно узнать некоторые вещи о нашем государстве. А сейчас... Да, мы повторяемся, но это уже традиционно в нашей передаче. Это бессмертно. Это бессмертно, и это не умрет никогда. А теперь немного музыки на нашей волне. Ее будут исполнять, как всегда... Мы... Он прав, вот он прав, верьте нам. Верьте нам. Она. Именно мамочка в мове, которая... Это уже...
Это уже, да. Так, было немного музыки, как вы, наверное, поняли. Хотя это было, наверное, трудно понять. Ну, это было трудно понять, потому что это было очень много музыки, но это было в то же время весьма компактно и в то же время весьма трагично. И называлось все это Gloom Gear Jazz. По-английски. Да, по-русски называть это не будем, поскольку уточнение здесь неуместно. А теперь минутки поэзии. Импровизируют все те же люди и звери. Добрые люди и щедрые звери. Вернее, щедрые люди. Короче, друзья, поэзии. Да. Итак, мы начинаем. Позвольте снять челюсть. Позволяю. Позволяете, да? Да-да. Пожалуйста. Челюсти у нас много, а душа одна. Да. И как раз она-то сейчас и прозвучит. Пожалуйста. Вот это была она. Это был анонс, извините. Блиц-поп. Ни мульт поэзии, ни нашей, не прозвучал в той самой передашке. Когда была она, та самая Блиц-попа на том же месте, как где вчера. Была. У нас стихи сегодня незабвенны. Вы ветру, пластику, металла, импаки, а тими эпер сэмпры сэнса спрессоре. Когда профессор мрачный Капикиони не шел ни в ушную гизу, и под партийками Болоньи не ехал, как варамалята. Советские авиалинии, и с Новым годом вас туда же повезут, куда и раньше они вас завезли бы, если б не то обстоятельство, что они никуда никого еще никогда не привозили. Но мультиречеджер наш ум глимафный с Новым годом нас и не поздравлял. Мультиречеджер наш ум и совесть, и честь, и ум эпохи, и партии нашей незабвенный желудок. И буква «ы», как самая понятная для всех живущих там, в Европе, компьютер-компатибливый Аэроблисквит-контроль, и Sony тоже хорошая фирма. Это была реклама, движитель торговли. Еще сказал наш Ленин как-нибудь. Из Zero Reset написано не вовсе, а Philips тоже вертолет. А буква «ы» в Европе не зовется, но буква «ы» в Европе не бывает. А буква «ы» она ведь в Африке полезна, тогда, когда там малярия наступает. И очень жарко в Африке сейчас. Там плюс 19 по Цельсию. Но это не очень жарко, это ведь я сказал. Но по дрессеру ведь там 15. А 15 это такая жарынь, что бас-чек не совсем похож на то, на то, что называется стихами. Это были белые стихи. Они были скорее даже не совсем белые, не столько белые, сколько... С грязноватым оттенком. Да, но это не важно, это всего лишь... Кстати, реклама. Блиц-поп! Саратога, Одессива, Инстанстанеполь, Валенте, Форте, Сальда, Инэнкола, Керамика, Гомопластика, Ветром лало, ин покетти мис персемра, сенца спрессоре. Блиц-поп. Нова система революционарио! Форраре, монтаре, примере! Con l'applicatore Blitzpop in calante compressione, anche nel punti del diffichi, con la massima sicurezza d'uso, controllando il tessalgome con un contagocce. I prodotti Saratoga sono distribuiti da Bernucci Sforza Spa, Terzano, Milano. Это была программа для тех, кто не знает ночью и не знает русского языку. Языке. Да. Кого чего? К. Падежи соблюдайте. Да. Тот, кто не знает падежов, не носит сапогов. Это древняя русская пословица. Древняя. У меня часов нет, не могу сказать. Да, у нас часов нет. Счастливые часов не наблюдают, но... Но антракт! Антракт!
контракта не будет. Вот так загадочно заканчиваются антракты, которых нет. Именно по этому поводу я объявляю обзор сегодняшней и завтрашней прессы. Начинаем. Вот у нас есть весьма известный журнал «Израиль 2000». А не три? Нет, две. Именно 2000. И не шекелей. Не шекелей. Нет. Подведем итог. Возникновение Израиля как национального государства расположено на Ближнем Востоке. В немалой степени является следствием процессов. Процессов оно является некоторым следствием, и приведем ряд примеров. Мы приведем ряд примеров через некоторый момент массовой репатриации или экономические требования. А пока я хочу продолжить... Извините, я вас перебью, просто у меня здесь есть очень интересный еженедельник «Советские авиалинии». А я пойду открою дверь. Да, он пока пойдет откроет дверь нашей студии, в которой часто заходят посетители, которые приносят нам нужную нам информацию. А, собственно, о чем я говорил, ну это не важно. Важно о том, важно то, что он сейчас скажет. Какие девушки в еженедельнике Армении всегда, сегодня, завтра и вчера. Елена Игнатова. Она вчера, а мы сегодня. Да, а Иерусалим завтра. Иерусалим завтра, а вчера был Милан. Проза и Гудита Кацира, туфли Феллини. В этот день я опоздал на работу, хотя вышел из дома вовремя. А что же ты струшенцы? Какая струшенция была, вы помните? Я помню. Да, ну вообще у нас получается тут совсем обзор прессы, а получается ибрид. Да. Будем говорить. Это даже смешно в некотором роде. А знаете, сегодня в большом, так сказать, популярном журнале «Пионерская зорька» из Улан-Удэ нам сообщили, что там очень интересная статья. Как раз она написана и посвящена, я уж не помню чему, но это не важно. Главное, что она посвящена. Она посвященная. Мы советуем вам прочитать «Пионерскую зорьку», потому что это всегда полезно для вашего общего развития, а также для вашего развития в области джаза. И глум джаза. Он всегда прав. Я всегда прав, и вообще, если у вас есть мозги, думайте. Да, и верьте нам. Верьте нам, это еще Райзман сказал. Кто? Райзман. Кстати, минутки биографии. Великий Райзман. Вы знаете его, наверное, по фильмам, которых я не знаю. Это был Райзман. Споем песенку о Райзмане. Жил-был Райзман. Бородатый Райзман не любил детей, он не любил детей. Жена у него была, звали ее, неважно, как я забыл. По утрам она стояла на голове, бегала и играла в бильярд. Она меня обдула в бильярд еще в прошлом году. Читай Райзманов любит прогуливаться по главной аллее города Большого и ненавидит детей. Дети — это мрак, дети — это невежество, дети не умеют сочинять таких сценариев, как товарищ Райзман. И дети катаются на грязных, вонючих и паршиво лязгущих велосипедах. На этом сказка о Райзмане прервана. Биографии. Некий Кваксман, очень интересная личность, всегда кушает простоквашу и любит кваксы. Правда, я не знаю, что это такое, но это не важно. Главное, что он любит их. И это уже придает его личности некоторую загадочность, ибо тот, кто любит кваксы, всегда в некотором роде Кваксман.
Ваксман встает рано утром и бежит в булочную. В булочной он покупает обычно булки. А еще кренделя. Выйдя из булочной через некоторое время с небольшим синячком под глазом, поставленный продавщицей, недовольный тем, что он не хотел платить за тот самый крендель, на которого у него не хватало денег, он легкой бегемотской пробежкой достигает своего министерства, в которое обычно входит, забыв надеть верхнюю одежду в пижаме. Но его там всегда приветствуют так, как подобает приветствовать того, кто носит фамилию Ваксман. Вернее, Кваксман, потому что он любит кваксы. Впрочем, это уже не важно, это всего лишь странички биографии. А сейчас играет один из участников комитета авантюр. Извините. Как вы догадались, это уже минутки музыки. Музыки. Современной еврейской музыки. Thank you.
Да. Да. Это было оно опять. Это было уже не оно, это уже было... Это был он. Не, она. Да, да. Как у нас с пленкой-то? С пленкой-то у нас плоховато. Вы знаете, сейчас с пленкой вообще очень трудно. В Советском Союзе особливо. Да, особливо, особенно когда не работают динамики, потому что, вы знаете, вот, например... Ну вот, например... Ну вот, например, Ferrero Rocher. Да. Казалось бы, конфеты. Да. Но в то же время динамики. Так додумались эти итальянцы об этом. И, между прочим, пленка-то кончается совсем? Да нет, мы тут... Вы шутите, да. Вы шутим. Мы шутите. Они шутим. Рекламу бы нам. Да, нам бы реклама. Да нечего. Да нечего рекламировать в Советском Союзе. Давайте прорекламируем нечего. Даешь. Это очень хороший пример. Даешь. Нечего, нечего, покупайте не за что, нечего. Этого полно у нас в стране советов. Покупайте нечего. Оно лежит на полках в каждом магазине. Оно лежит в ваших карманах, в ваших желудках и в ваших мозгах. Оно летит, как ракета с газом. Оно, как пустая пленка. Оно, как пустые башмаки из-под кефира. Одним словом, этого у нас много, 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 много этого у нас в стране больших и умных советов. Все. Это была реклама. Это было лишь всего лишь. Или крик. Нет, вы старше. Да нет, ну как, ну вы солиднее, у вас хорошо. Кто солиднее, ну у вас тоже. Смотрите, по списку написано. Ну смотрите, а у вас сколько клавиш? Вы все в них попадаете. Смотрите, у вас видите там клапанов. У меня 20-21. Ну 21, а там 89. Вот вы, так нет, видите, у меня больше права вам, так сказать, попросить вас. Ага. ББ, да. Ну, суть-то не в этом. Мы объявим вместе. 3, 4. Сейчас будет передача о русском языке и правильном русском языку. Мужики, вот накиш. Мы преподавать русский язык плохо, но в то же время весьма приятнее быть начекам, когда зеро. Потому что когда сапоги не в туту, мы будем говорить с правильным настоящим акцентом. Угу. Как говорится. Угу. И... Абсолютно как мне правительство наше. Uh-huh. Все, которое было, правительство, как будем говорить, вместе.
А по-моему, надо углубить. Да, и расширить. И сформировать. Да, и библиотеку устроим. Ну, понятное дело, там же сапоги там. Сапоги. Да, и обувной холодильник там, так сказать. Работать будет. Будет оно там. Ну, кстати, это передача для начинающих. Да, если вы хотите начать заниматься, то надо начать. Бегин. Раз и навсегда. И навсегда. Как говорится, и как глумится. И волки целые, и овцы сытые. И зайцы, как говорится, ушастые. Бегают. И прыгают. Кстати, давайте будем... Да, я думаю... Мы ничего не будем. Нам не охота сегодня. Знаете, студия Endure — это такая студия, которую... В которой... В которой все делается по настроению. Да, а настроения когда нет, то нет и студии Endure. Да, даже не то, что студии, а даже... Даже и мысли они. Даже там, даже уже до мысли не доходит, да. Но все-таки, я думаю, женщин-то надо поздравить, дети. А, дорогих женщин. Дорогие женщины. Дорогих женщин. Дорогие женщин. Нет, вы меня послушайте. Дорогих женщин. Я объявлю. Ну, хорошо. Да. Дорогих женщин, пейте соков натуральных, укрепляйте грудь и плеть, как говорится. Это еще... Да. Это я интеллигентный. Да, ну это не я, это все... Он. Это не про меня, да. Это все он. Это Липс сейчас сказал. Да, это еще сказал великий, но в то же время весьма трагичный. Липс. Он ужастен. Он ужастен и ужастен. Тахм-тахм. Какой мутах? Тахм-тахм. А, кого трахнул? Бабушку... Бабушку Орвида, господи. Кого-кого? Понятно. Ну, не бабушку Орвида, конечно. А дедушку. Да, вот правильно сказали, голод не тетка. Это прабабка. Правильно. Ну, так что женщины... Голод не теща. Не теща, нет, нет. Так что, женщины, желаем вам, ну, чтобы все... Ну, как бы говорится, чтобы танков не было и чтобы домики на городе были. Да, и чтобы канализация была это, в доме. Да, кстати, реклама. Если вы хотите узнать о новой канализации системы Endure, смотрите передачи, которые будут в новом сезоне по телевидению ее, мое. Ну уж, вы уж, товарищ, грубо. Да нет, в общем-то, в духе времени. Да, но мы поздравляем женщин все-таки. Да, все-таки им мы... полезно, то есть... Да. И кстати. И кстати, да. Вы о чем? Я об экстазе. Да? Кстати, экстаз. Экстаз. Что такое экстаз? Вот экстаз. Это был экстаз. Это был полный вообще. Экстаз. Кстати, экстаз. Это был экстаз. Кстати, экстаз из стаза. Пинком в банк. И плати свои наличные. Cash or charge. Let's speak English bit a little. A little bit, bit. Наш бит, a bit, little bit. A little bit не того, как бы сказать, наш бит. Кацова немножко, Кацова. Кого? Кацова. Кого? Кацова. A little bit Кацова. Нет, ну Кацова. А, Кацова, ну да. Да, я потом вам спигарю. Понятно. Проспигарю вам вас потом. Ну в чем же это мы? А это мы о том, все о том же. Кстати... Мужчины, не унывайте. Извините, я плохо разучился говорить по-русски плохо. Да, поскольку идет передача. Да, на русском языке. Мужчины, не расстраивайтесь, мы вас поздравим. В следующей нашей передаче о Советской Армии. О Советской Армии! Наша следующая передача о Советской Армии. Анонс нашей следующей передачи. Это был анонс. Да, они то, что мы сейчас сделаем. И вся эта наша жизнь есть повторение. Да. Поразмышляем, философствуя. И философствуем, размышляя о нашей бытие. Кою-ю-ю, мы так обожать страшно. И имеем честь. Мужчины. Ну это не нам размышлять о мужчинах. Вот давайте поразмышляем о женщинах. Давайте поразмышляем. Давайте поразмышляем. Вот давайте. Вот давайте. Ну вот, например. Ну вот, например. А что вы за мной все повторяете? Я? Да. А это не я. Ах, это не вы. Это мой род. Ну, так вот, женщины. Так вот. Казалось бы. Умницы, разумницы, красавицы и... Уродицы.
уродицы. Урода по-польски красавица. Так что это все, кстати, о русском языке. Ну вот, казалось бы. Но в то же время иногда случаются вещи, которые ни в какую трубу не лезут по сравнению с антюрой. И вообще, по-моему, пора кончать и с антюром. Заканчивать. С антюром не пора. А пора с русским языком заканчивать. Да, он с Let's speak English a lot. С русским языком уже давно покончено, мне Let's кажется. Speak English a lot. Lot, please. Какой лот? Please. You know what I mean. It was a little bit. И вообще. Да. Жизнь. Она есть жизнь. Странная вещь. И что бы там ни говорили, кстати, о философских беседах. Да. Жизнь. Вот жизнь. Вот она. Вот она. Вот смотрите, вот она идет. А в то же время не происходит ничего. Вот она идет по дороге вперед, но никогда не может возвратиться назад. Да. То же самое могу сказать о времени. Time. Читайте журнал Time. Это была реклама. Да, всего лишь. За эту рекламу журнал Time заплатил антюру 20 тысяч долларов. Это не что-нибудь, Рами. Не хухры-мухры. Хухры-мухры-мухры-хухры. Он прав, он всегда прав. Так вот, все-таки о философских беседах. Все-таки давайте вот поразмышляем. Вот смотрите, вот жизнь. Вот она ведь... Идиот. Все время идет вперед. И балбес. Попрошу без балбеса. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Но это не важно. Суть-то в том, что жизнь всегда идет вперед. Тогда, когда жизнь бывает разная. И всякая такая. И вся эта жизнь идет только вперед. Назад идет жизнь только тогда. Когда? Тогда. Тогда, когда, тогда. Когда всегда тогда, когда? Тогда блиц-поп идет назад. Назад идет блиц-поп вперед. Вперед идет назад блиц-поп. И поп идет блиц назад. Кстати, давайте устроим викторину. Блиц-турнир! Кто бы знал, что короткая политика и информация исключают немного музыки, а поэзия — это вообще на четвертом месте. Кто бы это знал, если бы не мы? Кто? Ну кто? Вот скажите нам, кто? Пишите нам. Вашу руку. И вашу ногу. Нога моя тут не прошла. Да, но моя рука тем более. Но это не важно. Адрес вы нас знаете? Да, земледельческий... 12. Да, но это всего лишь... Квартира 7. Всего лишь квартира 7. Да. Хорошее число 7. Кстати. Кстати, о числах. Сейчас на счетчике 7-3-3. И 7 является хорошим числом, и 3 является хорошим числом. А вот 4 уже нехорошим. Опять хорошим. Люблю пятерки получать. Минутки нашей поэзии продолжаются. Но они всегда никогда не кончаются, потому что вся жизнь наша поэзия. Поэзия и проза. Поэзия по ночам, проза по дням. Да. И по часам. И по минутам. Итак. Секунду. Рафаэл. Еврейские стихи. Современные еврейские стихи. Давайте. Шел как-то раз я по Кириат Биальку. Иду и вижу. Вот. Гранит стоит и на меня глядит. Скажите только, кто остался в Советском Союзе? Да что ты смеешься все? Я тут, понимаешь, пытаюсь проспигарить вам, что такое Израиль и что такое Советский Союз. А вы? А вы уверены, что это еврейские стихи? Я. Я тоже. А... Восстановятся жвачки. Минуты чавканье. Вы сейчас услышите. Я бы сказал секунды. Секунды. У меня половинка. Никаких половинок. Кстати, реклама. Happy dent. Non si attacca al denti. Senza zucchero utilizzo questo incarto per avvolgere il chewing gum prima di gettarlo. Allora, happy dent. Это кайф. Извини, пока ты рекламировал, я съел ее. Всю? Всю! Собака!
Собака сам. Мы уже так. Да. Ну так, так давайте. Это были секунды чавкини. Да. Которых не было во веки веков. Аминь. Аминь. Ну что, торжество устроим по случаю. Чавкини удачного. Короче, они не удались. Ну что будем делать? Так, устроим-ка мы телефонные... А, телефон доверия. Смотрите, мы еще не объявили телефон. Что же звонит? Так, наш телефон. 322-233. Нет, 2-3-2. Точно. Алло? Да. Ну, пустите в эфир. А я слова забыл, Короче, Абызова. Где моя Абызова? А, это позвонила Абызова. Тут просто связи плохо. Абызова позвонила и спросила, когда же я начну делать гармонию. Когда же я начну делать сольфеджио? И когда же я приду в школу, больную гриппом? Буда-бадан! Та-па-па-бада! Ба-да-бада! За неимением синтезатора пришлось нам сделать это. Я не знаю, было ли слышно музыкальное сопровождение, но я был слышен точно. А у меня жвачка прилипла к небу, прилипла. Так не может быть, здесь написано «Non siate che al denti». «Cosa facciamo, signora?» Однако факт остается фактом. И факт остается тоже фактом. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз. Через одну нашу передачу. Через две. А я добываю огонь посредством ладони. А вот и огонь.